Что ж, всем привет, друзья. Сегодня продолжаем гонять в суперкросс, продолжаем гонять в эту аркаду недоделанную. Я еще погонял и до записи этого видео. Парни, просто даже не стоит ее качать. То есть все то же самое, что было 5 лет назад. То есть с выходом с первого суперкросса ничего вообще не изменилось. Ничего. Вся физика то же самое. Все то же самое. Ничего. Сегодня мы покатаемся, друзья. Давайте посмотрим менюшку. Естественно, русского языка в этой игре нету. Все на английском. Я теперь даже в настройки мотоцикла не залажу. Здесь баг на баге еще к тому же в этой игре. Вот менюшка настройки. То есть, да, у меня есть уже Honda, есть газ-газ. Мотоцикл я купил, его обмаклачил, но он все равно оказался очень слабым, неконкурентным. Сейчас зайдем в третий слот, создадим и попробуем купить и прокачать новый мотоцикл. Давайте посмотрим стандартные характеристики по умолчанию, которые нам дают. Выберем более-менее мощный мотоцикл по стандартным настроечкам и потом его прокачаем. Кавасаки. Кавасаки очень много положительных свойств, ну как бы и по мощности, по устойчивости, по ускорению. КТМ неплохо. Еще посмотрим, давайте. Ну как бы вот так, да? Либо Кавасаки, либо КТМ пока мы купим. Давайте Кавасаки, он помощнее как-то и побольше, и по объему побольше как-то. Давайте его возьмем. Так, на Хонде я уже катался. Сейчас купим Кавасаки и покатаемся на нем. Так, ну что, парни, погнали. Я его буду сейчас маклачить. Это все дело я ускорю. Все ускорю, чтобы долго, ну, как бы это все не происходило. Так, новый слот, мы его напишем Кава, чтобы долго не писать, что-то я вообще отпустился. Так, это будет, значит, Кавасаки. Ну что, погнали. Парни, комментировать не буду, потому что всем все тут на английском языке. Выбирать стало очень сложно. Если я раньше выбираю какую-то деталь, сначала показывалась картинка, да, то есть сразу было видно, нравится она мне или нет, а потом я уже ее применял. То есть здесь нет, то есть здесь надо, то есть нажимаешь, то есть выбираешь на какой-то слот, и у тебя сразу эта деталь появляется на мотоцикле. Не знаю, насколько это удобнее, та версия. Меню мне было удобно. Давайте сначала подберем шкуру и уже от шкурки будем отталкиваться. Все, погнали, парни, не буду ничего комментировать. В принципе, не так, почему-то ускорение не так быстро идет, как мне хотелось бы. Все, парни, давайте я прокачаю мотоцикл и потом как бы начну комментировать. Все здесь это быстро делается, все равно. И, кстати, не такой большой выбор деталей. То есть, если раньше, допустим, выхлопной системы, очень большое количество выхлопной системы было, можно было выбрать даже не по мощности, а просто по красоте, допустим, чтобы мотоцикл красиво смотрелся, то сейчас очень мало. Вот если для Кавасаки, допустим, подходит какая-то выхлопная система там нескольких компаний, нескольких фирм, очень мало. И как бы вот так, половину все убрали, выбора не оставили, не остается вообще практически. Все, парни, погнали, сейчас прокачаю, тогда буду дальше.
Так, ну что, я закончил. В принципе-то, вот такой мотоцикл у меня получился. Довольно-таки классный. Я обожаю зеленый цвет, ничего с собой поделать не могу. Не просто зеленый, а именно вот такой военный, темно-зеленый, такой матовый цвет. Он мне очень нравится. Еще раз на Kawasaki оставлю зеленый цвет, а потом что-нибудь подберем другое. Так, ну что ж, еще одна сборка небольшая. Это сейчас будем подбирать цвета для всяких мелких деталей. Это я тоже промолчу, это вообще в принципе неинтересно, не знаю, надо было это ставить или нет. Ну, раз уж я оставил, значит пусть оно будет. Так, теперь переходим на модификацию, на, как бы, будем одевать пилота. Я тоже это процесс ускорю, потому что не такой он уж интересный, все на английском языке, ничего прочитать нельзя, все наугад хапаешь, смотришь как бы, и все такое. Все, я ускорил, парни, давайте встретимся после того, как я одену пилота. Так, ну что, парни, вот такой у меня пилот получился, тоже под цвет мотоцикла, довольно симпотно выглядит все, серебристый шлем, отлично. Как бы вот на таком и поедем, с такими раскрасами, такая команда зеленая, ну замечательно. Все ж не ядовито яркий зеленый цвет от Kawasaki, как бы все нормально, погнали. Так, ну что ж, выбираем 450 кубов, все правильно. Так, проверяем, да, Kawasaki выбран. Замечательно. Теперь надо настроить гонку, чтобы не по 20 минут ездить, как в прошлый раз. То есть, если честно, вымотался, блин, едешь, когда же она закончится, когда же она закончится. Потому что ездить неинтересно, друзья мои, потому я не знаю почему. Не знаю. Потому что все не настоящее, поэтому, наверное, неинтересно.
Monster Energy AMA Supercross is here. Listen to the roar. This rider is the audience's favorite, and if we look at the results, it's not hard to understand why. The gates for Monster Energy AMA Supercross, it's a hail of applause for this rider. Considering what we expect from him this evening, there's no doubt that it's well-deserved. Так, что ж, выбираем дорожку. Если мне дают возможность выбрать дорожку, значит, в квалификацию я закончил на первой позиции. Как будто так. Ну что ж, старт. Комментировать опять в гонке я не буду. Так что едем. We'll be right back.
Так, ну что, парни, это вот последняя прямая. Все, последние метры. А, какие метры? Да, последние метры, все правильно, что-то я вообще не вижу. Все, проехал я гонку. Здесь, наконец-то, нормальная анимация сделана в воздухе, не как на первой трассе. На первой трассе вообще сделано неудачно вообще. Как бы все, проехал, трасса интересна более или менее, если длинная, к тому же. Но все равно как-то неинтересно. Давайте посмотрим повтор. Смотрите, выброс гравий из-под колес, но нет такого выброса. Блять, сука, посмотрите вы реальный кадр. Нет такого выброса. Что это, блядь, за спецэффекты 90-х годов? Блядь, я хер его знаю. Здесь я неудачно почему-то мотоцикл скакал, хотя тело я перенес назад, в принципе. Должен мотоцикл выровняться и скакать на заднем колесе, но он почему-то не скакал. Так, ну все, парни, что, комментировать больше нечего. Здесь хотя бы еще вот скажу, камеры построили, поставили нормально, то есть видно, как пилот едет. Вроде бы даже местами красиво, это можно даже заскринить, можно даже заснять так, именно отдельные какие-то кадры. Вот. По песку, езда по песку, да, выброса гравия вообще нет, а когда по песку по мягкому едут пилоты, ТВ-камеры снимать, там такой выброс песка, что как фонтаны из подводного мотоцикла, знаете, вот эти водные мотоциклы, и из-под них вот выливается фонтан воды, вот так же этот песок вырывается из-под колеса, здесь этого нет. Даже простых мелочей, какой-то простой графики, там на короткий период, это же даже не вся трасса песочная, да? Даже такого нету. То есть, короче, в этой игре нету жизни, это прямая аркада. Мне один разработчик ответил, я говорю, где жизнь, где физика? Вам известно вообще, как физические свойства вообще, блядь, мотоцикла? То есть мотоцикл 200 килограмм весит, да, блядь, пилот там под 100 килограмм. В совокупности 300 килограмм. У вас мотоцикл, блядь, как из-под немаши, даже земли не достает, он прям, ну, как деревянный. Сделал деревянную игрушку и вот по кочкам возить, вот, то же самое. Он мне ответил, это же игра, блядь, я говорю, сука, долбоящер, я ему пишу, игра, это Марио, вот это игра. Я говорю, вы ассоциируете себя с симулятором, значит, делайте симулятор, блядь. Но на этом все закончилось, и как мы видим, симулятор они так не сделали, я так думаю, никогда не сделаю. Как бы вот так. Ну что ж, парни, я на этом буду прощаться. Всем удачи, парни, всем пока.
The riders are getting ready on the starting line. Concentration will...